В программе SolidWorks можно очень просто сделать шестеренку без каких-либо дополнительных программ. Для этого идем в библиотеку. Так, здесь находим ISO, трансмиссия, зубчатые колеса. Выбираем прямозубую шестерню, нажимаем создать. Опачки, 5 секунд, и у нас готова шестерня. Осталось ее настроить под свои задачи. Здесь вот в колоночке, в меню выбираем модуль, который нужно. Количество зубов. И все остальные параметры тоже настраиваем, которые вам нужны. Программа все автоматически делает сама. В этом плане очень удобно. Конечно, не все шестерни здесь можно построить, но большинство каких-то задач она закрывает, эта программа. Нажимаем птичку, шестерня наша готова. Можно прямо здесь с ней уже работать. Склеить, допустим, две шестерни, или вот, допустим, на этой шестерне, которая у нас получилась, приделаем к ней шайбу. Методом выдавливания вытяну такую шайбочку. Ну, вот такая вот шестерня получилась. У этой шестерни есть все размеры, все расчеты. Их можно редактировать, если вам это, конечно, нужно. Мне это обычно не надо, поэтому я делаю так. Я сохраняю эту модель, как она есть, в формате SolidWorks. Так. И сохраняю еще в формате Step. Вот этот формат. Так, теперь все закрываем. Открываем формат Step. И получаем цельную деталь. Без всяких там размеров, которые мне абсолютно не нужно их редактировать. Если вам надо, можете редактировать. Мне они не нужны, поэтому я обычно делаю так. Сохраняю в формате Step и уже дальше здесь работаю как мне надо. Ну, например, можно уже в этой модели выбрать какое-то отверстие. Я не рассказываю по шагам все подробно. Если вы пользовались SolidWorks, вы наверняка знаете, как тут работать. Я просто показал простой пример, как создавать шестеренки. Мне эта шестерня нужна для другого проекта. Просто решил записать такое короткое видео. Ну а я доделаю шестеренку и распечатаю ее на 3D принтере. На этом все. Это был простой урок на сегодня. Если понравилось, ставим лайки, как сейчас принято говорить. У меня дочь всегда ржет над этими словами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ладно, все, ребят, пока. Будьте здоровы.